В Департаменте культуры администрации Самары, как и в других ведомствах, проходят мероприятия по противодействию коррупции. Работа ведется по 16 направлениям. За истекший период к нам поступило 11 уведомлений от руководителей муниципальных учреждений городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Одно уведомление, связанное с намерением выполнять иную оплачиваемую работу, и письмо одно, поступившее от работодателей и лиц, уволенных с муниципальной службы. Заседание комиссии по противодействию коррупции прошло под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Власти на постоянной основе проводят служебные проверки при поступлении информации коррупционного характера от правоохранительных органов или обращений граждан. Отдельное внимание уделяется анализу сведений о доходах, представленных лицами, занимающими муниципальные должности. Некоторые работники допускают нарушения по невнимательности или незнанию требований отчетности. Нужно очень сильно работу углубить по разъяснению порядка составления справок о доходах и обязательствах имущественного характера, поскольку мы прекрасно осознаем, что любое нарушение в этой части, оно является недопустимым и должно влечь в самые суровые последствия для нарушителей. На заседании определили основные направления работы по противодействию коррупции. По результатам заседания будет подготовлен протокол с конкретными поручениями в адрес органов местного самоуправления для совершенствования реализуемой антикоррупционной работы. Мария Ильчан, Николай Епифанов. События.